Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир. Я продолжаю проходить игру под названием Command and Conquer 3 Tiberium Wars. Итак, Албания. Я считаю, что эта миссия одна из сложных в компании ГСБ. Поехали. Должна признаться, вы превзошли мои ожидания. Посмотрим, как пойдет дальше. Ударим по больному месту. У Нот остался последний склад в этом регионе. Там хранится транспорт и боеприпасы. Пора захватить его. Уничтожьте их ресурсы и лишите противника снабжения. Также хочу добавить, что в этой миссии надо действовать аккуратно, грамотно, внимательно и самое главное не спешить. Первым делом нам дают пехоту, и наша цель — уничтожить пушку, которая создана против пехоты. Ой, против техники, прошу прощения. И также уничтожить казарму с электростанции. После этого нам дадут подкрепление. И в этой миссии мы не будем строиться. То есть каждый юнит надо ценить и пытаться не потерять его. Скажем так, каждый юнит на вес золота. И сейчас нам дадут подкрепление. Задание выполнено. Это аванпост. Два питбуля, три БТРа и четыре танка. Жду приказа. Поступило сообщение. Вам необходимо проникнуть на пункт снабжения Нот по мосту. Нам нужно попасть на другую сторону. Но можно развернуть в аванпост. Не все так просто. Этот мост сейчас нам сломают. Рядом с которым идет автоматический ремонт техники. И поэтому нам понадобится инженер. Данные обновлены. Обнаружен противник. Чтобы установить мост. Опа, там скорпион. Поступило сообщение. Батарею ПВО. Чтобы нам удачно и успешно привезли инженеров, нам нужно уничтожить ЗРК. Зенитно-ракетный комплекс. Вступаю в бой. Огонь! Сначала лучше уничтожить завод. Напролом! Навожу прицел. Так, ты тут без дела не стой. Командир, мы идем. БТР, кстати, мне сейчас понадобится, пускай они сюда и идут. Отряд готов. Где будет аванпост? Разворачивайся пока что. Повышение. На штурм! Инженеров здесь надо ценить. Ой, как сильно. Потому что если мы потеряем инженеров, то миссия будет провалена. Поэтому надо аккуратно действовать и следить за ними. Для этого я сюда и прислал БТРы, чтобы посадить их туда. Заряжай, еще! На штурм! Сжечь их! На пролом! Жду приказов! Огневой контакт! Все, ладно. Отступайте. У нас на борту подкрепление, командир. Начать выброску. Выступаем. И помимо инженеров нам дают ракетчиков. Прибыло подкрепление. Слушай мою команду! Давайте бегом сюда. Пора убираться. Все готово. Я на месте. Приказывайте. А если погибнет слишком много инженеров? Восстанавливаем мост. Вот, даже нас предупреждают. Не теряй инженеров, иначе будет миссия провалена.
Хорошо, будем действовать аккуратненько. Сейчас мы, как только починим мост, мы не стремимся идти вперед, прям в атаку. Для начала мы ждем противника. Он по-любому сразу пойдет на нас в атаку. Отобьем атаку до начала. Потом мы отправляем пехоту вперед, потому что там пушка против техники у них стоит. Мост починили. Сворачиваемся и выходим. Обнаружен противник. Угу, вот машинка уже одна едет. Атакует. Экипаж к охоте готов. Скорпиончик. Два скорпиончика. Всех убьем. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Напролом. Докладываем. Ну, а теперь все, отправляем нашу пехоту вперед. Пускай уничтожает пушку. Обнаружена база врага. Отряд, сюда! И потом уже мы врываемся вперед. Понятно. Обнаружен противник. Поступило сообщение. Вам приказано укрепиться на восточном хребте. Да, это наша самая, можно сказать, главная цель. Дождитесь подкреплений. Плечом к плечу! Потеряно. Ух, хрен, это, блин, машина у них, я же надеялся, что больше у них никто не поедет. Ладно, сдохнет уже, а. Ты, блин, ты живучая. Ну что, ребята, начинаем? Грязь на машину лодом. Стоят себе и никого нет. Ну давайте же! Объект атакует. Обнаружен противник. Экипаж к охоте готов. Пехота, ладно, хрен с ним, не страшно. Потерять! Нет, 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 нет. Так точно. Пушки по-прежнему еще работают. Поехали. Отправляемся. Действуем. Наша задача закрепиться вот на этом перекрестке. Так точно. Кого стрелять? Отряд готов. Жду приказа. Танки, танки, танки в бою. Понятно. Вступаем в бой. На врага. Огонь! Навожу прицел. Красавчики. Все, идем. Отправляемся. Идем, идем вперед. Даже так спешите. Так точно. Вижу противника. Молодцы. Так точно. Понятно. Почему же нужно закрепиться на этом перекрестке? Что приказом? Потому что у них тут завод. Этот завод мы сейчас постараемся уничтожить. Давай быстрее, разворачивай. А как же? Вот так же, давай. Что, с ума сошёл? Куда надо? Нормально. Пойдет, пойдёт. Все, уход на задний план. Техника вперед. Отправляемся. У них слишком много танков. Потеряно. Слишком много, я сказал. На ваш прицел. На связи. Вижу цель. Поберегись. Так точно. Огневой контакт. Давайте по-быстрому, завод надо уничтожить. Экипаж к охоте готов. Заряжай, еще. На пролом. Жду приказа. На связи. Ракетички, давайте машину. А, не-не-не-не-не-не, там... Да, у них против пехоты, блин. Ну что там, на штурм! Давай назад, ремонтируйся. Бою готов. Поберегись! Навожу прицел. Жду приказа. Завод не так уж просто уничтожить, они его ремонтируют. Ведем их. В этом вся и соль. Винтовки к бою. Так, это серьезно. Навожу прицел. Объект атакует. На врага. Савчик еще и повышение заработал. На штурм! Знаете, пофиг. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Экипаж к охоте готов. Фанатики, это опасно. Заряжай, еще! Все, уничтожаем. Объект БТР. БТР ждет приказ. Бегом сюда.
захватываем здание. Все вот эти дополнительные задания не обязательно выполнять, но я обязательно вот это хочу захватить. Я ни разу не захватывал, не знаю, что там за подкрепление нам дадут. Берем ящик. Страшно связи. Я разберусь. Когда выступаем? А, там деньги. Деньги здесь особенно так-то и не нужны. Подготовка. Экипаж к охоте готов. Хищник к бою готов. Еще хищников не требуется. Экипаж к охоте готов. Отправляемся. И ремонтный модуль. А как же? Хорошо. Ну что там? Так, наша техника. Понятно. Вперед. Так точно. Огонь! Обнаружен противник. Бронетехника, вперед! Всех убьем! Поехали, поехали, поехали. Обнаружена база врага. Нужен ремонт. Заряжай, еще! Наш штурм! Потеряно. Поберегись! Чего там потеряно? Вы меня там не пугаете. Экипаж к охоте готов. Так вы почему со мной не поехали в бой? А вам я просто этот разворачиваем. Сворачиваем. Отступаем назад. Тут нам сказано закрепиться. Сука. Этот аванпост мы сейчас потеряем. Жгёт, падла. От души прям жгёт. Ох, отступай, братан, отступай. Ну что там? Техника. Давай, помогай мне. Понятно. Так точно. Не, ремонтный модуль выжил. А это замечательно. Понятно. Бронетехника, вперед. Не обязательно, допустим, вот так чинить. Ремонт. Можно вот по очереди их. Ведь он взял его, починил. Еду. К примеру, поехал, все оплавнул, что ли? Потом его, допустим, свернули, он его починил. Можно вот таким способом здесь играть. Ремонт не требуется. То есть я сразу сказал, деньги здесь не обязательно. Инженер, войди сюда. Так, это серьезно. Обнаружен противник. Кто там идет? Мы сказали, обнаружен противник. Никого там нет, что вы не обманываете. Обнаружена база врага. Что приказов? Когда выступаем? Так, что тут приказом? Нам дадут я на месте. Пару аэродромов. Командир. С помощью них как раз мы и будем что тащить приказом? Сейчас. Постройка готов. Отправляем что приказом? Что дальше? БТР ждет так, приказ. Я хочу попробовать все-таки захватить, блин. Подготовка. Мамонт. И помимо этого нам дают мамонт. Свирепый танк. Гордость ГСБ. Командир, ястребы к бою готовы. В норме. Так, команда 6 и команда 7 разводят. Я понял, короче, нам... Все спокойно. На данный момент... Много чего нужно сделать. Ну, как видите, на карте столько сейчас заданий. По огневой мощи. Ястребы могут атаковать и воздушные, и наземные цели, в зависимости от выбранного вооружения. Ястребы могут нести и ракеты, и бомбы. Оружие выбирают на авиабазе. Все, поехали. Ястреб на связи. Хотя они не поехали отставить. Обнаружен противник. Там, блин, новое задание. Эти мотоциклы, они против воздуха работают как раз. Отправляемся. Вот этих товарищей лучше давить. Сразу вам скажу. Вывести технику. Бронетехника, вперед. Да, впечатляет. С беспилотными мишенями ты справился. Посмотрим, как пойдет дело, когда они начнут отстреливаться. Дружище, мой лысый друг, я тебя быстренько сейчас накажу. Для начала я уничтожу твой аэродром. А, аэродром. Что-то я заговариваюсь. Обнаружен противник. Это плохо. К такому жизненно не готовил. Слушаю. Так точно. Все, первая команда выстрел сделала, отступает. Слушаю. Ястреб на связи. Ой, зачем вы так полетели, а?
Правда, хер с ним. Ведь мы можем строить. Еще ничего страшного не произошло, можно сказать. Ну, это, как говорится, я... О, как вы так не сломали аэродом-то? Это моя ошибка, то, что неграмотно контролировал. Ястреб к бою готов. Все спокойно. Так, давай-ка уничтожим, а? Когда выступаем? Сдолбай это чувствовать. Москиты. Все спокойно. Барса! Бомбы готовы! Нет. Иду на посадку! В норме! Ястреб до связи! Укажите маршрут! Обнаружена база врага. Слушаю! Обнаружен противник. Готов! Еще один аэродром надо срочно уничтожить. Я не собираюсь бодаться с этой авиацией, но задолбать я это умею. Барса! Так точно! Объект атакует. Новый курс! Куда ты? Да-да. Братан, ты, конечно, вообще мужик! Полетел один, но больше так не делал. Все спокойно. Вас слушаем. Так, там опять огнеметчики идут. Отправляемся. Пройдите. Это значит, будем давить их. Смайл ран. Отправляемся. Сюрприз вам. Так точно. Понятно. Потеряно. Чё потеряно? Бомбы готовы. Чего? Подготовка. Ну чё, в атаку что ли сам пошел? Так, ладно, ты у нас, товарищ, не стой без дела. Давай иди электростанцию ломай. Ремонт. Что вы любите, вы любите, что вы чё, горят? В норме. Форсаж. Сразу надо сейчас избавиться от москитов. Так точно! Ребзя, чего их тут много? Цель вижу. Заход на цель. Зачистить район. Я стрельбу. Ну, летим на базу. Чё-то у них тут очень много пехоты. Это меня прям не радует на самом деле. На передовую. Готов! Все спокойно! Готов! Бомбы готовы! Все спокойно! Хм. Что, уничтожаем казарму? Надо избавляться от пехоты. Новая цель! Новый курс! Уже летим! Укажите маршрут! Вас понял. Также давай электростанцию. Так сломаем. Точно. Он будет мой. Ястреб в пути. Иду на посадку. Все спокойно. Ну, я надеюсь, этих вас снарядов понял. Нам хватит. Что скажете? Готов. В норме. Ястреб в пути. Заход на цель. Хватит. Улетим на базу. На ваш прицел. Давить, 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 давить. Этих тварей. Отправляемся. Так точно. Отправляемся. Все. Отлично. Укажите маршрут. Бомбы готовы. Так точно. Ага, у них, похоже, энергии уже нету, да? Броня крепка. Замечательно. Слушаю. Ястреб в пути. Обнаружен противник. Так точно. Да-да. Тихо. Умереть. Объект атакуют. Зачистить район. Обнаружен база врага. Новый курс. Хорош. Так точно. Минус две электростанции. Новый курс. Let's moment. Потому что там... Укажите маршрут. Не просто так. В смысле? Она выжила. Ястреб в пути. Да ладно. Ты угораешь. Ну тогда минус завод сейчас попробуем. Новый курс! Вас понял! Форсаж! А, блин, у них там казарма наверху.
Вас понял. Обнаружено. Меня прям не радует. Объект атакует. Форсаж! Так точно! Форсаж! Все, завод уничтожили. Отлично. Уже летим. Бомбы готовы. Блин, а казарму-то надо уничтожить. Форсаж! Это я вам сразу говорю. Вас понял. Ну чё, лысый? Чё ты там... Чё, что-нибудь хочешь сказать? У тебя... Твои великие обелиски уже не работают, энергии нету. Ястреб в пути. Так точно. Обнаружен противник. Обнаружена база. Прилетим. Да-да. Виновата, надо сюда прилететь, их уничтожить. Зачистить район. Ястреб в пути. Ну, летим на базу. Давайте, поменяем снаряды. Ястреб на связи. И уничтожим. А потом попробуем, пойдем захватим вот это. Потому что я ни разу не захватывал, я хочу узнать, что за подкрепление там дадут. Да-да, так точно. Обнаружен противник. Новый курс. Обнаружена база врага. Разберемся. Цель вижу. Объект. Так точно. Все, что придется, все снаряды потратили. Да-да. Ястреб в пути. Иду на посадку. Заряжаю. Опять эти огнеметчики. Отправляю. Идут. Так точно. Отправляемся. Давай, дави, дави. Понятно. Ремонт. Объект атакует. Укажите маршрут. Готов. Да, да. Почему-то еще очень огромное скопление. Обнаружен. Что-то меня не радует, если сказать честно. Надо их там выкуривать. Чтобы они там не кучковались. Слушаю. Уже летим. Все спокойно. Команда 6 полетели. Вас понял. Москитов уничтожили. Да-да. Ястреб в пути. Один москит вроде как у них остался, вот он. Вас понял. Да-да. Так точно. Форсаж. Иду на посадку. Слушаю. На передовую. Укажите маршрут. Да-да. Что-то тут они забегали, засуетились. Не нравится, как вас стреляют, да? Знаете, еще тогда. Повышение даже заработал у нас. Готов? Один самолет. Зачистить район. Так, нет, все, снаряды менять вам надо. Москитов больше нет. Есть. Еду. Слушаю. Да-да. Бомбы готовы. Вас понял. Зачистить район. Ястреб, покажите маршрут. В норме. Укажите маршрут. Обнаружена база врага. Да-да. Так точно. Новый курс. Готов. Вас понял. Все. Электроэнергии у них точно нет. Ястреб в пути. Ну, летим на базу. Что, попробуем прогульнуться. К бою готов. Броня крепка. Бульдог. Питбуль. Бульдог, питбуль. Разницы для меня нету, давай. Вперед! Действуй! На охоту! Хулиган! Жми! В клочья! Подлавим! Правильно! Жми! Вперед, парни! Правильно! Жми! Какая жалость, да, ребятки? Подлавим! Погибает! Так! Вся ваша техника! Правильно. Я представляю, сколько вы ее строили! Это ваша проблема. Так, танки, все вперед. Порвем их! Бомбы готовы! В норме! Что дальше? Попробуем прогульнуться нашими танками. Так, это серьезно. Бронетехника! Порвем их! Победи! Атакуют! Прибавь! О, они разозлились! Понятно! А нет, они отступают!
Я думал, они сейчас в атаку все метры пойдут, что у них на базе есть. О, повышение получил. Молодчик. Так, ты на базу давай. Бронетехника, вперед! БТР ждет приказ. Танк, это серьезно. Понятно. А точно? Бульдог! К бою готов. Огонь! Что дальше? Шустрее! Взрывай! Бедокури! Жми! Вперед, парни! За мной! К победе! Так, чё? Где тут бочки, алё? Ну, можно здесь так. Враг. Вперед. Правильно. Эхе. Не вопрос. За мной. Обнаружен вперед. Противник. Давайте. Так, тут в атаку на нас идет. Вперед. Правильно. На связи. Назад. Штурм. Экипаж к охоте готов. Вижу противника. Набрало. Огневой контакт. Подожди, я же тебе сказал на базу уйти, почему не ушел? Когда выступаем? БТР приехали, зачем ты сюда? Когда в бой-то? Мы тут не нужны. Нам все ясно. На связи. Понятно. О, нет, нам следует отступить. На штурм! Отправляемся. Тебе сейчас хана придет, братан, я тебе отвечаю. Да выделывался ты. Да точно. Объект атакует. Берегись! Шачи! Бронетехника, вперед! А точно! Где ну-ка, возьми ящик, что у нас там? Обнаружен противник. Денежки. Взорвем их! Танк, это серьезно. Так, ну мама пускай, наверное, не скучает. Что-то тоже делает. Ну что там? Так, авиация, авиация, авиация. Пускай бомбит. Слушаю! Так точно! Зачистить район. Ястреб в пути. На связи. Будет сидеть. Укажите маршрут. Все, в принципе, миссия сделана. Вся сложность это в начале. Суметь удержать их. Ну, удержали и теперь... Ну, я, блин, хочу его захватить. И узнать, что там за подкрепление нам дадут. Ну, возьми ящик, может, тебе ранг дадут. Обнаружена база врага. Бою готов. На связи. Нет, ранг тебе не дадут. Всех убьем. Понятно. Ну и ладно. БТР ждет приказа. Ястреб на связи. Укажите маршрут. Послушаем. На врага. Вступаю в бой. Готов. Все спокойно. Алло, БТР, вы где там? Инженер мой. Вот он. Что приказано? Вот он, мой дружбан. Сейчас узнаем, что там за подкрепление. Я просто ни разу этого не делал. Бою готов. В принципе, вполне мы тут выиграли без потерь. Мелкие были потери, но они не настолько важны были. Эти юниты. Самая тут соль была в авиации, конечно, и вот в этих танках. Вот, именно вот в этих. Они тащили игру. Личник прибыл. Обнаружены силы КСБ. Общая тревога. Общая тревога. Что же вы будете делать? Ага, что нам тут дали? Питбуль. Готов. И, получается, два танка еще хищники. Бронетехника, вперед. Сметем их. Ладно, было с вами весело поиграть. До свидания. Оставлю вам два обелиска на память обо мне. Миссия выполнена. Ну что, надеюсь, вам понравилась эта серия. Ждите продолжения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и всем удачи. Всем пока.